Всем привет! Привет-привет! С вами компания Ника Нагель, и я ее преподаватель Галдина Анна. Все присоединяются. Всем привет-привет! Сегодня мы с вами разберем нашу лаву кристалл, новый гель, на который отпечатывается абсолютно любая фольга, который замечательно контактирует и дружит абсолютно с любыми гелями. Расскажу, как и работать так, чтобы у вас получалось все красиво, легко, и тем более скоро Новый год, праздник, да, у нас все клиенты с вами любят золото, серебро в большом количестве, и я думаю, что вот в данных дизайнах как раз-таки лава кристалл нам понадобится с вами очень даже кстати. Она выглядит абсолютно прозрачная. Смотрите, то есть у нее вот такая консистенция. Она жидкая, да, по своему составу, но работать ей очень легко. Вы сейчас увидите, убедитесь в этом, что очень можно легко с ней справляться. Абсолютно ничего сложного в ней нету. Итак, поехали. Смотрите, чтобы не тратить наше время с вами драгоценное, я уже покрыла ноготочек черным гелем. И прямо на целевой ноготок вы можете, смотрите, не обязательно перед тем, как мы что-то делаем с лавой кристаллой, не обязательно покрывать это финишем. То есть вы можете на цвет ее уже наносить. Это, допустим, как вот в сегодняшнем моем дизайне, да. То есть наносить ее нужно, во-первых, очень-очень быстро, потому что, знаете как, девчонки, она в принципе как гель-клей такой. То есть по составу она, потому что она всю фольгу захватывает просто вот всеми частями, какими можно, вот. И, соответственно, ей работать нужно очень быстро, потому что она начинает именно тянуться, и получается, что она просто становится как клей. Поэтому старайтесь наносить ее, во-первых, очень тонко, очень-очень тоненько и очень быстро. В лампе она просыхает отлично, 30 секунд и минуты, то есть ее невозможно пересушить, самое главное, и вы ее невозможно не досушить. То есть в любом случае вы ее просушите, и в любом случае она у вас просушится, и все будет хорошо. Так, кладем лампу. Спрашивали, какая цена у этой? Цену сейчас подскажем. Честно, я... Она просто только, да, в каталоге еще пока нету, она только, вот старт продаж у нее совсем недавно начался. Примерно, я вам могу сказать, по-моему, она была на сайте, выставлена ее цена, так что вы можете посмотреть. Да, вот я помню, что это около 700 рублей, 720 ее цена, но расход у нее, девчонки, минимальный, поэтому в любом случае оправдайте ее, у нее затраты очень-очень минимальные, ее хватит вам надолго. Поэтому вы эту баночку в любом случае оправдаете. Так, теперь смотрите, я вам на примере взяла самую-самую жесткую фольгу, которая у меня есть. Прям реально она жесткая, чтобы вы посмотрели, как хорошо очень печататься сейчас будет на нее, на нашу лаву фольга. Так, достаем с лампы. И начинаем отпечатывать. Знаете как, чтобы вам понять, просохла ваша лава или нет, вы прям, когда достаете с лампы, вы можете в этом убедиться, она кое-где, допустим, просвечивается, да? То есть, соответственно, просто вам надо это место досушить, и все. Либо просто посушить подольше. Можете повторно нанести, то есть на фольгу еще, если прям вот вам хочется полного отпечатывания, да, можно еще нанести на фольгу прям этот гель-клей наш. И, в принципе, уже вы получите хороший результат. Но здесь, знаете как, я сделала немножко специально, чтобы у меня она была с проплешинами, для того, чтобы у нас получился с вами вот такой дизайн красивый. То есть, если мы этого не сделаем, сделаем идеальную фольгу, то есть это не будет смотреться. Потому что сейчас я буду наш ноготочек покрывать рояль вельветом нашим. Можно это сделать обычным вельветом. Вот и наш рояль вельвет, который делает... идеальное велюровое покрытие, и насколько вы уже знаете, должны знать, что наш рояль вельвет, он абсолютно не пачкается, не мутнеет, ничего с ним не становится, никакую грязь он не впитывает, этот гель просто замечательный во всех его смыслах. И просушиваем в лампе одну минуту. И сейчас мы с вами будем
именно рисовать. Конечно, девчонки, знаете как, если на глянцевом белом что-то рисовать, то будет тяжело, ее видно, все-таки она прозрачная, да? А если это делать на матовом, либо на каких-то, просто даже потемней, на бежевых тонах, то ее будет отлично, будет видно отлично, и вы сможете очень даже спокойно ей рисовать, делать вензеля, все что угодно, абсолютно. Всем привет, привет. Так, достаем наш ноготочек. Видите, он как мраморный такой прям получается. И начинаем рисовать. Вы знаете, как, девчонки, вы можете, говорю, вы ее можете спокойно брать уже какой-то цвет и на цвет наносить ее. То есть она очень хорошо с другими гель-лаками, с другими цветами дружит. Ничего в ней такого нету. Вот, чтобы она там создавала какие-то моменты, да, что где-то что-то не будет держаться. Сразу могу вам сказать. Конечно, спрашивают очень часто, нужно ли ее перекрывать. Могу вам сразу сказать, что если у вас есть клиенты, которые очень любят что-то постирать, да, там, в большом количестве помыть, то лучше перекройте, девчонки, перекройте. Если у вас просто какой-то выпуклый дизайн, либо вот он, как у меня сейчас, на матовом, да, топе, на велюровом, вот, то просто перекройте именно ту часть, где у вас фольга. То есть аккуратненько кисточкой тонкие линии перекрыли, и все отлично будет держаться. Даже не переживайте. Так, кладем в лампу, просушиваем. И давайте сразу параллельно я буду делать просто то же самое уже, но с другим фоном, золотым. Все так же я буду покрывать наш ноготочек. Очень тоненько, девочки, очень тонко, потому что очень-очень на самом деле хваткий гель. То есть он отлично захватывает фольгу. И старайтесь наносить прямо равномерно, то есть чтобы без всяких бугров было, либо так это все у вас и отпечатается. Прямо постарайтесь. Если будете очень долго, конечно, водить, то уже появятся бугры и будет он просто тянуться. Надо тоненько, быстренько все нанести, и все тогда будет у вас красиво и замечательно. Тут спрашивают, долго или доставка до Ставрополя. Это вы можете уточнить у наших менеджеров? Да, у менеджеров можете уточнить на сайте, связаться с нашим менеджером. Я думаю, что вам подскажут. Но я не думаю, что до Ставрополя будет это долго очень идти. В принципе, все это по России, поэтому Почта России у нас сейчас работает в хорошем режиме. Так, и... Повыше. Аккуратненько начинаем отпечатывать нашу фольгу. То есть, смотрите, у меня даже на фольге видно, да? То есть, насколько она... Это, знаете, как вот, девчонки, даже вот раньше была фольга у нас с вами, которая вот, ну, вообще ни один гель ее не отпечатывал. Это вот именно тот гель, который отпечатывает реально все, все, что у вас есть. Даже где-то в закромах, если у вас лежит фольга, которой вы не пользуетесь, не знаете, на что ее отпечатать, но она крутая, она голографическая, переливается всеми цветами, вы можете смело брать наш Lava Crystal и отпечатывать. Это будет вообще просто шикарно, честно вам говорю. Отпечатывает она, ну, отлично у нее захват идет. Так, ну и смотрите, я теперь прям беру наш бриллиантик. Здравствуйте, контакт в Германии, можете посмотреть в каталоге. Там есть все наши представители. И аккуратненько, аккуратненько, прям вот по полосочкам, я прям кисточкой, да, я не беру отдельно кисть, я прикрываю. И теперь просушиваем в лампе и достаем, так, этот ноготочек, сейчас еще немножечко мы его подсушим, пусть подсохнет хорошо, берем какой-нибудь декор, либо стразы, либо бульонки. И можно немножечко их украсить нашим гель-клеем для страз. Я буду делать это. Да, в Михайловске есть представитель. Если у вас нет каталога, то зайдите на наш сайт. Мы в конце перископа эфира, прямого эфира покажем вам наши контакты. Да, вообще, даже, девчонки, если каталога нет, это не беда. Вы можете зайти на сайт, у нас есть интернет-магазин очень хороший. Там все доступно, все видно отлично, каждый цвет, все можно просмотреть.
То есть мы от вас никуда не скрываемся, везде, везде очень легко можно нас найти. То есть просто свяжитесь с менеджером, и все абсолютно можно решить, все решаемо. И у вас будет все, и каталог, и наша продукция, пожалуйста. Фольгу мы отпечатываем на лаву кристалл. Сколько по времени сушить? Сколько, Анечка, нужно сушить? Если у вас сильная лампа, достаточно 30 секунд. Если у вас лампа послабее, то одну минутку. В принципе, за глаза достаточно. Так, кладем в лаву, в лампу просушиваем. Так, и смотрите, я теперь отпечатываю нашу золотую фольгу. Золотая фольга у меня потоньше. Поэтому она в любом случае, конечно же, отпечатывает хорошо. Но вы смотрите, какой у нее просто захват. Захват идет колоссальнейший. То есть у меня даже с подставочки, да, типса она слетает, потому что в фольгу захватывает именно наша лава кристалл. Очень круто. Если вы знаете, как у вас клиенты любят, сделай мне, пожалуйста, ноготочек полностью весь фольгой. Вот это вот самый идеальный вариант. Смотрите, как круто смотрится вообще. Да. Так. Если в Самаре представители, в каталоге, к сожалению, не указано, что они есть, но вы можете также уточнить это у наших менеджеров. Так, вообще не проблема купить материал. Менеджеры очень классные. Вот. Каким топом покрыли бриллиант? Не поняла, каким топом покрыли бриллиант. Мы покрыли, прежде чем начинать рисовать рисунки свои, да, вот именно, которые полосочки у нас были, я покрыла вельветом, рояль-вельветом, королевским нашим вельветом, который создает именно эффект ткани, велюровой ткани. Потом, когда я отпечатала уже на наши полосочки фольгу, я просто аккуратненько прошлась бриллиантиком. Все, больше я абсолютно ничего не делала. Анечка, у нас тут вопрос. У меня есть стирка, которая не втирается. На этот гель можно будет ее втереть? Вы знаете, я так думаю, что это же не финишное покрытие. У нас втирки втирается хорошо. Это либо да, со слабым совсем липкостью, это в какой-то гель-лак можно, либо финишное покрытие. Это все-таки гель. Даже больше он заявлен, наверное, как гель-клей. Потому что, ну, я боюсь, что это будет, он помутнеет на вас, и навряд ли. Попробуйте посушить ваш финиш 30 секунд, девчонки. Если сушить 30 секунд, втирается любая втирка просто идеально. Посушите 20-30, найдите тот интервал, и все будет держать вас отлично втираться, и даже не переживайте. Так, не будут ли сколы? На фольге нет, не будет. Я поняла, о чем вы говорите. Нет. В этом, это потому что, знаете как, были бы сколы, если бы это было заявлено, что это клей, допустим, клей для фольги. Это заявлено как гель. Я почему вам говорю, что просто у него такая консистенция, да, что им надо работать быстренько. Если будете быстренько работать, соответственно, у вас просто он начинает тянуться. Именно тянуться, как клей, а так все, нет, девчонки, это гель. Гель, поэтому все будет отлично держаться. Я, честно, сначала проверяла на себе, носила очень долго. Я даже ее не перекрывала топом и ходила, все было у меня замечательно. Даже врать вам не буду, действительно, все у меня держалось отлично. И каким топом перекрываете фольгу, спрашивают? Нашим бриллиантом. И сейчас, в данном случае, я перекрыла вельветом. В Екатеринбурге есть представительство, да, есть. И также мы с вами сейчас, видите, я очень тонко наношу, и мне по вельвету просто отлично видно даже самые тончайшие рисуночки. То есть самые тонкие рисуночки мне видно просто отлично. Я по глянцу, девчонки, пробовала им рисовать, все, все хорошо у меня видно. Единственное, говорю, будет затруднительно с каким-нибудь белым оттенком, то есть там уже придется тогда вам постараться и реально посмотреть, ну, скажем так, немножечко зрение свое напрячь, потому что, ну, затруднительно будет это наносить. А так вообще на любые другие оттенки, пожалуйста, очень даже классно. Эфир обязательно сохраним, он еще будет в доступе 24 часа. Сможете посмотреть в любое время. Да.
Подходит, девчонки, подходит. Вообще вот именно наша продукция дружит очень хорошо с разными гелями. Можете не переживать, потому что недолгое время, чтобы стать преподавателем учебного центра Никонагель, я тоже была мастером, я работала с разными абсолютно продукциями, в том числе и Никонагель, и, соответственно, я дружила с разными материалами и пробовала, сочетала, все отлично. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, пользуйтесь своей чем-то любимейшей, да, там продукцией выбирайте. А так все у нас они хорошо дружат. Поэтому не переживайте, все у вас будет отлично держаться, и все у вас будет отлично. Вообще, девчонки, бриллиант топ у нас реально крутой тем, что он сохраняет свой блеск от коррекции до коррекции. На нем вообще просто шикарно держатся стразы. Я уже со стразами хожу 2 недели, у меня ни одна, ни бульонка, ни стразы никуда не соскочили. Топ реально шикарный. Шикарный в своем исполнении, поэтому не пожалеете, если вы возьмете. Просто вообще очень идеальный. Да. Я сейчас его покажу вам поближе. Так, смотрите, сюда я отпечатала уже серебро. Смотрите, то есть он, в принципе, в меру густой, да, то есть... Так, давай чуть повыше, да. В меру густой, то есть я даже сейчас могу взять такую каплю хорошую и покрутить, как бы вам видно, чтобы было. Ой, упала? Да. Так, резкость, да? Не видно, да. Вот, смотрите, у меня потипся сейчас, вот он капнул. И растекается совсем медленно. То есть он не жидкий, он не сильно густой. У него идеальная просто так консистенция для финишного покрытия. Он просто идеален, честно могу вам сказать. Поэтому наносите его очень тоненько, все будет отлично держаться. И все просто шикарно будет на нем реально смотреться. Цена финиш бриллианта 880 рублей. У нас тут спрашивает много людей. И честно могу вам сказать, девчонки, вот вам мой ноготочек. Да, у меня уже ноготкам, ну, честно, 2 недели. Это все у меня стразы на бриллианте. Ничего никуда не девается. То есть попробуйте, даже бульонки, да, на то, что мы всегда у нас клиенты носят их с проблематичной, скажем так, частью, все держится отлично. Анечка, можно ли перекрывать 3D-топом? Да, конечно, пожалуйста. Я вам говорю, то есть вот именно вот этот гель, который у нас Lava Crystal, он дружит, все хорошо. Мы тестировали его не раз с разными материалами, все отлично, он дружит, все у него получается великолепно. Так что не переживайте, это в принципе гель, заявлен он как гель. Я вам просто говорю, что да, по своему составу он реально, вот когда ты начинаешь долго-долго с ним что-то делать, он прям вот как клей становится. Можно ли стразы клеить на бриллиант? Можно, девочки, можно. Я же вам только что сказала, что вот у меня лично наклеено все на бриллианте. И держится все просто шикарно. Я уже хожу с ноготочками больше даже 2 недель, наверное. И у меня ни одна стразинка, я ничего абсолютно не доклеивала, ничего никуда не достраивала. Все держится просто шикарно. У финиш имеет 10 миллилитров. Да. Да, 10 миллилитров баночки. Так, ну и все. Где его можно приобрести? У нас, конечно, в Никонагель. Да, сейчас мы вам покажем каталог, наши сайты, где вы можете связаться с нашими менеджерами непосредственно. Все наши контакты. Да. Где можно купить в Кемерово? Кемерово сейчас покажем. Там, девочки, у нас на сайте есть представители, вы можете зайти, посмотреть и для себя найти нужного. К сожалению, в Кемерово у нас нет представителя, но вы можете заказать, и наши менеджеры вам отправят в ближайшее время. Вот, смотрите, какая у нас красота получилась. Это все сделала наша Lava Crystal. Вот такую красоту, я думаю, что, говорю, на Новый год, да, у вас ни один клиент не останется равнодушным абсолютно. Потому что, ну, любят у нас наши клиенты блески и все, что с этим связано, что блестело, горело. Поэтому, пожалуйста, можете делать красоту, наводить, пользоваться, рисовать им вензеля, отлично, все удобно. Кракелюр эффект делать, пожалуйста, все это делает наша Lava Crystal. Покажи ей нашим
друзьям Love Crystal, пожалуйста. Вот она в такой баночке идет, средней своей консистенции. То есть, да, видно, да, хорошо. Она прозрачная. И поэтому, девочки, вот этой банкой я уже очень долго пользуюсь, и у меня еще она совсем не кончается. Поэтому я вам говорю, что в любом случае вы оправдаете и не раз, и расход у нее минимальный. Я думаю, что такой гель обязательно надо иметь для фольги. В Москве на L-сервисе можно купить, приобрести. Так, смотрите, девочки. То есть вот теперь наши координаты. По ним вы можете связываться с нашими менеджерами. Заходите к нам на сайт, смотрите наш каталог товаров. Подбирайте для себя все, что вам нужно. Не стесняйтесь. В любом случае, вся наша продукция отличная. Вам все понравится. Пробуйте. И пусть у вас все получается. Добросовестных, доброжелательных вам и отзывчивых клиентов. Было рада с вами сегодня быть. Всем доброго вечера и приятного вечера. Всем пока-пока.